Следующий момент. Мы используем обязательно, когда мы погружаемся на альфа-уровень, используем силу. Это инструмент воображения и визуализации. Это наши очень важные инструменты, потому что для того, чтобы чего-то достичь, нам нужно сначала решить, что это, и придумать, как бы я себя ощущала, а что бы это был, что бы это было, каково это было бы, да? И для того, чтобы в полной мере использовать силу разума, да, о которой мы говорили в самом начале, управление разумом, нам нужно использовать инструмент визуализации воображения. И это уже даже, когда мы погружаемся на альфа-уровень, не просто мы о чем-то думаем, а мы создаем образ, как вот только что я вам написала, да, создайте образ. Вот тут-то вам нужно создать образ. А если бы я мог представить себе? Вот я, например, я говорю, у меня просто практика такая. Я точно могла бы, я точно видела и слышала, что скажет мой муж, когда он зайдет и увидит, что и квартира уже более чем там на 80% приведена в порядок, и стены покрашены в обалденный цвет. И я могу эту картинку просто вообразить и представить прям вживую, как будто бы сейчас муж заходит. Поэтому важно нам использовать нашу визуализацию воображения для достижения желаемого не просто через мысль, а мы создаем мысли образ объемный, с динамикой, двигающийся, говорящий, то есть подключаем все органы чувств, которые у нас есть вживую, мы это добавляем к нашему мыслеобразу. Человек может, вы можете увидеть группу людей, которые вам аплодируют, да, если вы, например, что-то делаете. Или, как я сказала, что я прям могу услышать, что говорит мой муж. Он фактически сказал, там, не знаю, слово-слово, когда зашел. Ну, понятно, эмоции, да. Вау, я просто знаю своего мужа. То есть... Что говорят вам люди? Вы можете увидеть картинку, вы можете увидеть, как вы прям стоите там, не знаю, на сцене, или как вы получаете приз, или еще что-то, да, предположим. Создаете объемный образ, динамичный, яркий, такой, что вы прям, а, я хочу им стать, я хочу этим образом стать. Поэтому помним о том, что... Нам нужно включать ребенка, себя ребенка, когда мы могли любой объект придумать, что это вот это, да, и играли там, не знаю, как я говорю, листочек, камушек, или, не знаю, там, это кастрюлька, это ложка, это игрушка, вернее, мишка и так далее, да. То есть, тем более, что мы в прошлый раз делали с вами практикум по альфа-визуализации, где я говорила о том, как можно развивать свое воображение и визуализацию. Все из нас умеют визуализировать, все из нас умеют воображать. Просто наш прошлый опыт, наши неудачи, может быть, то, что нам говорили родители, все время говорили, что ты такой тупой, ничего у тебя не получается, никогда не получится из тебя и так далее. Вот. Но когда вы начнете потихонечку работать собой, использовать, позволять своему творческому полушарию удивлять вас, получать от этого удовольствие,